11 сентября Театральная площадь города Курска встречала книгоиздателей и читателей. Впервые в областном центре открылась книжная выставка-ярмарка «Курск читающий 2015». Участниками стали 20 представителей книгоиздательских и книгораспространительских организаций. Литература, представленная в торговых палатках, была на любой вкус – от детских сказок, классики и детективов до специальных научных изданий и методичек, выпускаемых курскими вузами. Дедушка, мне, пожалуйста, ребус для мальчика. Особо отметим наличие на прилавках большого количества изданий по истории Курского края. Как отметил известный курский художник, краевед и книгоиздатель Олег Радин, такие книги должны быть в каждой школе. Литературный праздник не обошло вниманием и руководство региона. Нынешняя выставка, которую можно считать новым социальным проектом, но, на наш взгляд, станет знаковым событием духовной жизни города, станет традицией, направленной на популяризацию качественной, серьезной литературы, откроет для читательской аудитории новые яркие имена и в прозе, и в поэзии. Программа выставки получилась насыщенной. Для посетителей были организованы презентации и продажа книг, творческие встречи с российскими и курскими писателями, автограф-сессии и фото с авторами. Буккроссинг, интерактивные площадки для детей, литературные викторины, веселые конкурсы с вручением призов и сувениров от организаторов. Кто помнит, что подарили крошке еноту на день рождения? Ну-ка, вспоминаем и ручку поднимаем. Грибы. Нет. Ананас. Ананас, правильно, молодец. Более 4000 курян посетили это мероприятие, которое, по словам организаторов, станет ежегодным.